Всем привет, с вами Димон, и вы на канале Всё Китай. Буквально пару-тройку минут назад закончилась презентация OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Так что присаживайтесь поудобнее и давайте же узнаем, что это за новенькие флагманы от компании OnePlus. А также, напоминаю, у нас есть аж целых два офигенных конкурса. Первый на Galaxy A52, ссылочка в описании, а также можете посмотреть обзор на данный смартфон. А также уже сегодня, прямо сейчас, мы запустили обзор на Redmi Note 10 Pro, потому что на канале вышло самое интересное сравнение Galaxy A52 и Redmi Note 10 Pro, потому что в этом году эти смартфоны будут соревноваться. Так что, друзья, все ссылочки в описании, переходите, смотрите и участвуйте в конкурсах, конечно же. Начну с того, что пол презентации нам рассказывали о камерах и о сотрудничестве компании OnePlus с Hasselblad. Ну, короче говоря, в этом году компания OnePlus в теории должна была родить суперкамерафоны OnePlus 9 и, конечно же, OnePlus 9 Pro. Но все прекрасно понимают, что именно прошечка получила все, что надо, и все старались над Pro-версией. Но начнем мы с OnePlus 9. Внешний вид OnePlus 9 вас не удивит, потому что дизайн мы уже видели больше месяца назад. Все это слили давным-давно в сеть. Смартфон получил плоский Fluid AMOLED экран на 6,55 дюйма с Full HD+ разрешением, частота обновления 120 Гц, максимальная яркость 1100 нит. Процессор, естественно, Snapdragon 888 и продвинутое охлаждение. От 8 до 12 гигабайт оперативной памяти формата LPDDR5. Наконец-то даже в младшую модификацию засунули LPDDR5. 128 или 256 гигабайт встроенной памяти формата UFS 3.1. Аккумулятор на 4500 мАч, а также быстрая зарядка на 65 Вт идет в комплекте. А также смартфон поддерживает беспроводную 15-ваттную зарядку. Фишечки. Смартфон получил NFC, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Ну и, конечно же, сканер встроен в экран. Фронталочка на 16 мегапикселей, и это очень-очень старый Sony IMX471, который был еще в OnePlus 5. Основная камера на 48 мегапикселей, Sony IMX689 с диафрагмой f1.8 без оптической стабилизации. Плюс огромный ширик на 50 мегапикселей Sony IMX766 с диафрагмой f2.2 и тоже без оптической стабилизации. Ну и плюс затычка на 2 мегапикселя. OnePlus 9 может писать видео вплоть до 8К при 30 кадрах, а также он может записывать видео в 4К при 60 кадрах. Ну что, базовую версию оценили в 699 евро. Это в Европе и в 729 баксов в США. Ну, скажем так, ценник внушительный, но не стоит забывать, что сегодня у нас глобальная презентация, и скоро будет китайская презентация, и там цены чутка будут пониже, и, естественно, на сайте AliExpress цены тоже будут максимально сладкие, так что все ссылочки оставлю в описании. Но, если честно, OnePlus 9 меня вообще не удивил, и если бы у меня был OnePlus 8 или 8T, я, наверное, на девяточку бы не переходил. А вот OnePlus 9 Pro, конечно же, получил все, что только можно, потому что на данный момент это самый крутой смартфон компании OnePlus. И да, мне нравится черная расцветка, она просто секси, и я уверен, что ее так просто никто и не достанет, потому что это эксклюзивная расцветка. Скажем так, покрытие черной расцветки напоминает и то, что было в OnePlus One, то есть такая прикольная наждачная бумага. А все остальные получили стандартное матовое стекло. Рама, естественно, алюминиевая. OnePlus 9 Pro получил немножко изогнутый по краям AMOLED экран с LTPO технологией на 6,7 дюйма с Quad HD Plus разрешением. Частота обновления 120 Гц. Есть адаптивная синхронизация от 1 до 120 Гц. Максимальная яркость 1300 нит, а также это 10-битная матрица. Короче говоря, это очередной самый лучший экран. Процессор Snapdragon 888, который получил крутое охлаждение, потому что аж на целых 2 градуса OnePlus 9 Pro
прохладнее, нежели Galaxy S21 Ultra во время игр. 8 или 12 гигабайт оперативной памяти формата LPDDR5, 128 или 256 гигабайт встроенной памяти UFS 3.1, аккумулятор на 4500 мАч, быстрая зарядка на 65 Вт идет в комплекте. А также смартфон поддерживает быструю 50-ваттную зарядку, и это круто. Фишечки: OnePlus 9 Pro получил NFC, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, сканер в экране, а также суперкрутой Always On дисплей. Ну что, о камерах данного смартфона говорили очень-очень долго. Большой упор был сделан на натуральные цвета и супердетализацию. И во всем этом компании OnePlus помогала другая крутая компания Hasselblad. Итак, главный модуль на 48 мегапикселей это Sony IMX789 с диафрагмой f1.8+, есть оптическая стабилизация. Дальше, ширик на 50 мегапикселей Sony IMX766 с диафрагмой f2.2, но без оптической стабилизации. Но зато устранили дисторсию, и это круто. Дальше идет телевик на 8 мегапикселей с диафрагмой f2.4 с оптической стабилизацией, и мы получаем 3,3x приближение. Короче говоря, трехкратный оптический зум со стабилизацией. Ну и плюс еще есть затычка на 2 мегапикселя. Смартфон может записывать видео вплоть до 8К при 30 кадрах. Но самое крутое, что OnePlus 9 Pro может записывать 4К видео вплоть до 120 кадров. А также он может записывать HDR видео, а также появился отдельный ночной режим для видео. А вот фронтальная камера та же самая на 16 мегапикселей Sony IMX471. Да уж. Ну что, базовая версия 8128 обойдется в 899 евро. Топовая модификация 12256 обойдется в 999 евро. И это европейские, грубо говоря, глобальные цены. Короче говоря, OnePlus 9 Pro в черной модификации просто секси смартфончик. Если честно, даже эти изогнутые края стали попроще. Они не так сильно изогнуты, как в OnePlus 7 Pro или OnePlus 7T Pro. И, конечно же, компания OnePlus наконец-то сделала упор в камеры. Ну, по крайней мере, на презентации об этом очень-очень долго говорили. Но есть одно большое но. Где влагозащита OnePlus? Странненько, потому что на презентации вообще ничего об этом не говорили. На сайте тоже информации ноль. Короче говоря, OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro не получили защиту от воды. Ну, по крайней мере, у них нет официальной сертификации IP67 или IP68. Ну что, на этом у меня все. Свое мнение о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, конечно же, пишите в комментариях под данным видео. А также, друзья, все ссылочки на OnePlus 9 и 9 Pro я оставлю в описании, потому что я уверен, что скоро на сайте AliExpress будет какая-то там супер распродажа, и все начнут продавать данные смартфончики. Короче, друзья, ждите, ссылки оставлю в описании. А также не забываем, что у нас два конкурса на Galaxy A52 и на Redmi Note 10 Pro. Короче, ссылочки на них тоже будут в описании. Ну ладно, с вами был Димон, канал Всекитай, не болейте, всем пока!